Происходит монтаж теплицы павильон 4М с размерами 4×8. Ставится на бетон. Устанавливается сейчас в данный момент арки. Сейчас будет еще одна арка. И устанавливается первый торец. Задний. Где будет стоять катушка торцевая с автоматом. И дальше будет устанавливаться второй торец. Также уже здесь приготовлена подставка. Вот емкость будет Т-500. И уже грядки готовы. Установили каркас, поставили два торца. Также, к сожалению, устанавливаются отливы. Скрепили бетон. И поставили уже емкость с подставкой Т-500. В дальнейшем будут перекрываться стены и ставятся переливы. Закончили установку электромазу на стены, также установили форточку с этой стороны одной и с другой стороны по диагонали. Установили уголок перелив и профиль с лентой. Сейчас будем устанавливать координатную крышу, также на крышу будет. Он будет на газ-лифтах, а форточки стены на автоматах. Всем, кому интересно про эту теплицу узнать, выложил прямой эфир. Смотрите, ссылка есть. Сделаю ссылку на видео. Павильон 4×6. Очень хороший. Кончили монтаж павильона с размерами 4×8. Также здесь две стеновых фрамуги и две крыши фронди коньковой, также дверь с форточкой у нас здесь. Стеновые у нас автоматами уже на зиму сняли их. И также две фрамуги коньковых на газ-лифтах. Также у нас стеновая, то есть торцевая форточка, также с автоматами, автомат сняли. И бочка Т-500 с подставкой. Установили на бетон. Также уже готовые грядки здесь. Труба идет оцинкована, покрашена коричневый цвет 80-17, 20×40 и 20×20, двойная дуга. Поликарбонат идет на ватра 4 мм 0,75 плотности. Также установлен профиль торцевой для защиты сот поликарбонат и отлив уголок 50×50. Высота стены 1950, в коньке идет 3 метра.